Инвестировать деньги под 100% годовых и выше можно только в пирамиде или в высокорискованных проектах. К счастью, нет. Есть одна надежная стратегия. Итак, как надежно инвестировать небольшую сумму денег под высокий процент? Вложить их в то, чем пользуешься сам. Рассмотрим на примере. Николай каждый день покупает бизнес-ланч стоимостью 300 рублей. Себестоимость этого комплекса состоит из стоимости продуктов плюс зарплата персонала, плюс аренда и коммунальные, плюс амортизация оборудования, плюс налоги, плюс другие расходы. Итого более 250 рублей. Как же Николаю убедить владельца продавать ему обед ниже себестоимости за 150 рублей, то есть за 50% от цен в меню? Решение есть. Заинтересовать владельца суммой, достаточной для того, чтобы он согласился нанять дополнительный персонал. Причем Николай выплатит эту сумму не один, а в складчину с теми, кто захочет получать эту услугу ниже себестоимости. По сути, это как нанять личного повара, только не себе лично, а человек на 100, и платить ему не 50 тысяч в месяц, а 50 тысяч разделить на 100 равно 500 рублей в месяц. Это дешевле, чем купить продукты в магазине и приготовить их самому. Так как продукты в кафе будут закупаться по оптовым ценам, так сколько же может стоить доля в такой складчине? Это зависит от того, как удастся договориться с владельцем бизнеса. Но предположим, это 1 миллион рублей. На 100 человек всего 10 тысяч. Но если мы захотим надежности и гарантий, тогда надо скинуться еще и на страховой депозит. Это еще 10 тысяч рублей. Осталось решить еще одну проблему. Как быстро найти 100 человек в вашем районе, готовых поддержать инициативу? Выход есть. Это заинтересовать каждого человека солидным бонусом за рекомендацию. Добавим к стоимости еще 10 тысяч на мотивацию. Таким образом, доля будет стоить 30 тысяч рублей. Много это или мало? Если Николай начнет экономить по 150 рублей в день, то в год это будет 55 тысяч. Это почти 200% годовых. Это очень высокий процент. Ни один банк или страховой фонд не даст такой процент на ваши вклады. Причем это именно вклад, а не абонемент. И вы при необходимости сможете получить свои деньги обратно. К тому же, если произойдет инфляция, девальвация, деноминация валют, ваши активы не обесценятся, в отличие от банка, где вам вернут ваш вклад обесцененным. А что, если и этой суммы нет у Николая? Или нет доверия, что услуга будет оказываться на оговоренных условиях? Не беда, мы ценим каждого потенциального участника, поэтому разработали систему лояльности «Бизнес-сарафан». И каждый желающий может скачать нашу виртуальную бонусную карту или заказать карту в пластике, по которой ему с каждой покупки в нашей сети будет начисляться бонус от 5 до 20%. Этот бонус он сможет потратить на покупку доли в одном из проектов и получать уже до 50% скидку на услуги. Все ваши рекомендации после регистрации в системе будут учитываться, и, возможно, накопить на долю он сможет гораздо быстрее. Если хотя бы трое из его приглашенных выкупят долю в одном из проектов, то стратегия эффективна только для небольших сумм. Ведь инвестировав 500 тысяч в 10 разных проектов, ты перекрываешь свои основные потребности, и вкладывать под 100% и выше уже не получится. К счастью, это не так. Во-первых, в контексте нашего примера, открыв сеть ресторанов и кафе, мы увидим, что закупаем большие объемы сельскохозяйственных продуктов и можем без риска вложиться в агрокластер, не заботясь о сбыте, тем самым уменьшая себестоимость продуктов. Во-вторых, у нас появится большое количество участников, имеющих опыт инвестирования по такой стратегии и необходимое доверие к компании, и проекты станут более масштабные, такие как доля в автосалоне или строительной компании. И даже если участнику не надо покупать авто каждый год, то право на скидку можно будет передать близкому родственнику, другу или продать. А для инвесторов, готовых вкладывать от 1 миллиона рублей и более, у нас есть особые условия, о которых можно узнать, связавшись с руководством. Кто будет открывать все эти проекты? Наша компания разработала саму стратегию инвестирования и ставит амбициозную цель перехода всей экономики страны на такое взаимовыгодное, справедливое сотрудничество. Поэтому без привлечения широкого круга участников нам не обойтись. Исходя из этого, мы подготовили программные инструменты для автоматизации бизнес-процесса. И теперь любой желающий с помощью нашей техподдержки может открыть свой проект буквально за несколько часов, не имея
имея никакого опыта в компьютерных технологиях. Поэтому открывать проекты будете вы, а мы поможем в проведении переговоров и обеспечим необходимыми инструментами для успешной работы. Коротко о том, в чем основные выгоды для владельца бизнеса. Дополнительный поток клиентов по программе лояльности. Привлечение беспроцентных инвестиций на любые цели, без дополнительных вложений. Дополнительный пассивный доход от мотивационной программы. Коротко о том, в чем основные выгоды для инвестора проекта. Бонусная скидка по программе лояльности во всех проектах компании. Экономия от 100% годовых и выше на свои инвестиции в готовый бизнес. Дополнительный доход с рекомендацией по мотивационной программе. Процент с привлеченных заказов в проекты компании. Возможность трудоустройства и работы на себя в проектах компании при наличии квалификации. Инструменты, которые мы предоставляем для эффективного взаимодействия. Первая система лояльности «Бизнес-сарафан» позволит строить свою партнерскую сеть, просто распространяя карты или визитки. Второе – ваш личный сайт позволит эффективно привлекать участников через интернет. Третье – личный кабинет позволит удобно общаться с партнерами и развивать свои проекты. Четвертое – CRM-системы для интеграции систем учета новых партнеров позволит оперативно получать информацию о бонусах и скидках вам и вашим партнерам. Пятое – юридические документы позволят заключать сделки и защитят интересы участников и владельцев бизнеса. Тройное W. Вкладчик.ком. Финансовая синергия.